целях организации работы по установлению имущества должников, в том числе по исполнительным производствам о взыскании административных штрафов за нарушение правил дорожного движения, представители службы судебных приставов совместно с сотрудниками госавтоинспекции района провели профилактическую операцию под названием «Должник». В мероприятии принял участие весь личный состав отдела службы судебных приставов по Кашхабльскому району. Автоинспекторы останавливали машины для профилактической проверки, а судебные приставы проверяли по базе данных, не числится ли за водителем долг. Ведь, как показывает статистика, наибольшее количество задолженностей – это административные штрафы за нарушение правил дорожного движения. Стоит отметить, что на сегодняшний день жители Кашхабльского района за нарушение правил дорожного движения имеют долг в размере более 2 миллионов рублей. Обращаем особое внимание, что владельцы транспортных средств могут заранее позаботиться и оплатить долги, чтобы избежать проверки на дорогах и применения принудительных мер в виде ареста транспортных средств. Проверить задолженность и оплатить ее можно на официальном сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Адыгея.